Здравствуйте! Вы на канале «Простая кухня для вас». Сегодня я вам покажу рецепт очень вкусного картофельного салата. Для приготовления мне понадобится отварной картофель, капуста квашеная, перец сладкий, лук репчатый, сахар, соль, уксус, перец черный молотый и масло растительное. Лук нарезаю четверть кольцами. Для начала замариную лук, добавляю к луку сахар, соль, уксус, воду. Вода у меня холодная. Все перемешаю и оставлю на 15 минут. Картофель нарезаю кубиком. Сладкий перец нарезаю соломкой. К овощам добавляю квашеную капусту, маринованный лук, жидкость я слила, немного посолю, поперчу, заправляю нерафинированным растительным маслом. И все хорошо перемешаю. Салат готов. Приятного аппетита!